Привет, друзья! Я нахожусь на 10 этаже в бассейне, отдыхаю, практически в центре Дубая, сзади меня Бурдж-Халифа. И это видео посвящается всем тем людям, которые говорят, все те хейтеры, которые говорят, как вы живете в этом своем Дубае, там же ничего нету, нету воды, плохие условия жизни, и вообще как там можно жить? Давайте я вам покажу все немножко подробнее. Меня зовут Дим Димыч, вы на моем канале. Ставьте лайк, подписку и поехали. Итак, друзья, давайте введу вас в курс дела. Когда вы живете в Дубае, практически в каждом доме, в каждом билдинге, в каждом строении, отель или это будет резиденция, неважно, практически везде есть бассейны вот такие вот. Плюс тут есть также тренажерный зал, достаточно неплохой, и зона для барбекю, то есть мангал, где вы можете приготовить свою еду. Здесь он выглядит вот так вот. Вот. И есть, естественно, места, чтобы вы отдыхали, посидели. Будь то шезлонги, либо просто вот стойка, где достаются стулья, когда не жарко, вечерково. Вы можете прекрасно здесь провести время с друзьями. Конкретно это здание, мы сейчас находимся в Бизнес Бэй, район Бизнес Бэй. Это недалеко от центра, от Бурдж-Халифы, прямо ее тут видно хорошо. Вот, это 10 этаж. Вот. Это на самом деле плюс, потому что нету шума от улицы, нету шума от дорог, потому что город автомобильный, оживленный, вот. И здесь есть парковка большая, 10-этажная, вот. И прямо с парковки можно сюда подъехать и перейти. Здесь вот таким образом устроены лифты, что вы с парковки можете перейти в свое здание, вот. И дальше уже подняться на, наверное, 85 этаж, вот здесь, наверное, 85, не помню точно. Ну, в общем, вот так вот, вы можете видеть, что мы на 10-м, и, ну, вокруг нас еще достаточно высокие небоскребы здесь, так что где-то по 80 этажей. Вот, здесь есть шезлонги, здесь есть зонтики, вот вы видите, можете защищаться от солнца, если вы не любите бассейн в глубину, 1,55 м. В самой его глубокой части. Вот я нашел динозавра. Ребенок потерял. Отнесем его туда. И особенно мне здесь нравится гидромассаж. В этом бассейне есть такая опция. Просто нажимаете кнопку. Пошли пузырьки. И вы можете себе реально промассировать спину. Я сначала думал, что баловство, но на самом деле очень недурно оно массирует спину. Так что кайфуем. Оп, еще динозаврика нашел. Итак, друзья, из бассейна мы перемещаемся плавненько в тренажерный зал. Здесь есть беговые дорожки. Видите, люди занимаются спортом. В принципе, здесь есть все необходимое. Хороший гантельный ряд. Реально. Большинство людей. И большой тренажерный зал не нужен будет. Посмотрите. Для девочек, для мальчиков. Все есть. Все в хорошем состоянии. Все чистое. За всем следят. Ничего не поломано. Вот такие вот дома в Дубае. Вот. Зал, конечно, базовый. Но есть вот такой вот тренажер Смита или Скотта. Знатоки, поправьте меня, как он называется. Чтобы делать присед, то есть вы можете навешать себе довольно приличный, 150 кг, можно накидать и заниматься. И еще забыл упомянуть, что в зависимости от времени года этот бассейн подогревается либо охлаждается. Вот так вот, смотрите, беговая дорожка, и вы будете бегать и смотреть на отдыхающих людей. Красота. Правда? Также здесь есть раздевалка для мужчин и для женщин. То есть есть даже шкафы для вещей. Можете здесь переодеться. Туалет, душ, тут все есть. Вот такие удобства практически в каждом доме. Ну, именно конкретно раздевалки, наверное, не в каждом доме, но тренажерный зал и бассейны почти везде. И по вот таким коридорам вы переходите с парковки до бассейна, до лифта, который везет вас в вашу квартиру.
Дом новый, дому примерно 2 года. Вот так это выглядит изнутри, друзья. Тут порядка 6 или 7 лифтов на весь дом. Ну и в конце давайте вам покажу, какой вид из окна на бизнес-бэй. Вот такой вид. В нашем здании конкретно 44 этажа, друзья, я ошибся, не 80 этажей, 44. Вот, так что вот такой вот вид. Сейчас мы на 11 этаже. Вот. Вот там вот, далеко-далеко, там будет Бурж-Аль-Араб, там вот море, уже вот на горизонте там море. Сегодня, видите, такая погода, дымка в Дубае, влажность. И не очень хорошая видимость реально. Тут меньше 2-3 километров до моря, но его не видно, видите. Это Шейх Заед Роуд. Платная дорога, главная дорога Дубая. Вот метро поехало. Так, в эту сторону у нас канал. Вот там вот мост. Там марина, там можно заплывать. Вот. Там ходят лодки, вы можете как транспортом пользоваться ими. Вот сегодня пробок нету, так что ситуация на дорогах спокойная.